Короче, Адам, пошли склад играть. Чё за ну, склад? Ну, так называется склад. Игра, что ли? Да, брат. Ты меня какую-то новую игру опять тянешь играть. Она чё за бомба, брат? Вы где? Вы где, брат? Мухаммад, убери его, он у меня здесь посередине, брат. Убрал, брат. От души, брат. Добивай, добивай. Тебе хана. Кого он добьет, бля? Я же вангую. Кого он добьет? Забирай, Мухаммад, эти хилки, это все. Не-не-не, бля, я же... Рамаза, здорово. Кого он добьет? Найди, что, Ахмад. Есть хилка? У Мухаммада нужно. Мухаммад, на. Уйди, Адам, уйди. Куда уйти? Да я хаешку кидал. Всё. Нам, по-моему, с тобой отбирали. Откуда, брат? Нас берегут, по-моему. Жестко каленая. Ой, отлично. И все. Да не, брат, сидят талу, я уверен. Есть трешки на втором этаже. Вот меня... Есть на дабл и на дабл у тебя, Мухаммад. Ай, Мухаммад, это было сильно. Ой, за бочками, бутылками кричу. Вот это я тебе говорю, ты в натуре Росомаху выпустил наружу. Это у меня когти уходили или как? Не успел, да? Не дал он тебе, сбил этот проказ. Конкретно. Эй, на этого снайпера смотри. Это какой-то про игрок, это про. Про, не знаю, но эти бочки, вот эти вот штучки, короче. Эти бочки, штучки. Ну, Логан сильный был. Это надо, бля, нарезку сделать, как это... Кто-то будет донатить кому-то Мухаммада. Оттока от больших сумм, бля. Это просто так Логан не выходит. Я просто не злюсь, только такие звуки издаю, понял? Мне надо тоже научиться, это что за методика такая? Ничего не говоришь, ничего, да? Это еще мелочи, Ахмад, ты не слышал, как он злится. Ой, Мухаммад, что за легенда? Говорят, Баскова меня искал, да? Витас. Витас. Он еще живой? Не знаю. Его надувание, бля. В натуре воздух надувает. Воздухан, да? Да, вообще нереально. Такой воздух еще какой-то гоняет, непонятный. Нажми на этот пистолет, Ахмад. Дигл. Есть ли, помните, забивать. Такие пистолеты были, Омега? Да. Здоровые такие. Стрельни в ногу Рамазана, Адам. Посмотри, сколько он урон дает. Да не, Рамазан, встань, не двигайся.
Базара нет, базар, просто в ногу. А если в тело больше забрала бы? Давай в голову. Да. Броник есть? Да, вот. Не, подожди, он сразу ног нет. Да? Подожди вот так отсюда. Думаю, да. Подожди, подожди. Убить, подожди. Давай, давай голову так. Каким то шлемом? Это же мощное оружие. А у Эмма младший брат. Двоюродный? Двоюродный. Родной, да? Рамазан, от души. Что поучаствовал в эксперименте, да? Да. Галилео. Ничего, ничего, я сейчас покушаю. Сейчас шлем пойду. Давай, 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 Мухаммад. Приятного аппетита. Я просто не буду вещи своими именами называть, mm-hmm. но просто на пустой желудок кое-что, ну, вообще не то. Вы тоже это не озвучите вслух. Давай, давай, давай. Ну, вы поняли, да, что это примерно? Конечно. Вот, ну вот, Рамазан-то знает. И из-за этого ты еще больше сильнее злишься. А где можно посмотреть? Зайди в инстаграм, напиши этот турнир, группу, там будет ссылка. Где фейс или как видно. Свой СС зашмаляешь? ССВ сажиз. Еще задний лохмый, если че. Не, ну это фэнтези. БТР или? Это не БТР, БТР слева. БТР, да. Натуре БТР, приколись. Заезжай туда, и мы пробегаем, пока они на него загрелись. Нам как фартануло, они реально, что это БТР сюда приехал. Аккуратно, они толпой слева закручивают, я отсюда выхожу, так как будто меня никто не видел. Аккуратно, становлюсь, ханчик, говорю, вас, скажите. Че за урода бежит? Хорош. Пулемет забей. Пулемет? Не хочу пулемет. Лахмо, здесь встретишь. Сейчас. Покуда. Он тебя видит, брат, тут наверх. Ага.
горе остались. Блять, все. И в зону кушает. За деревом лаком на 75. Лёг он. Двое. Один левый крутит. Что он в дыме, блядь? Бомба, блядь. Есть! Захватывающее, погружающее. Экшн-стримы с легендой. Лохматжоу.